Так, всем привет. Продолжаем наш второй трай. Вот. Нашел я сегодня время постримить. А, здорово, сиропчик. Так, на чем мы остановились? Я уже даже не помню. Хотя было все только вчера. Так. Ну, походу, миссии сделали, скорее всего, успешно. Ладно. Ага, это у нас идет в базу искать. Скорее всего. Ладно. Да, есть такое, кстати. Так, ладно. Ага, исследование идет. Производство, что у меня стоит. Ага. Аптечки стоят. Интересно. Так, в новом месяце у меня будет массовая закупка персонала. Я так понимаю. Поэтому особо я деньги не хочу тратить. Но исключение будет производство. Я не уверен, есть ли у меня все, что мне нужно. Что насчет брони? Казмацут у меня есть. Так, дальше. Газканон. Есть. Ну, 5 штук, это, конечно, так себе. Но я думаю, пока пойдет. О, здорово, Бояга, доктор. Давно не виделись. Так. По крайней мере, на моем стриме. Так, X-Rifle. Готово. Ладно. Так, тут пишет Swapter Activity. Знаешь что, я как-то... Я что-то подумал, я как-то задолбался на C-мастере ехать. Это вот, ну, анализировал там некоторые, ну, свой предыдущий стрим. Это, мне кажется, стенки Тритона очень-то нужны. Чтобы, например, там от этих полипов защищаться. Так что... На этот раз едем на Тритоне. Так, всем хазмат-суд. Хотя нет, далеко не всем. Сортируем по здоровью. А. Понятно. Так, а вот этим акваланг. Поехали. Так, дронов бы еще желательно. Давайте Айбл Симмона уберем. И попробуем оба дрона. Так, потом. Хайдроджет, фосфорс. Амо. Ой, блин, у меня же этот... Фак. Нет, все. Под землю было... Ну... Короче, все было заточено под... сушу. Теперь надо менять под... воду. Так, джет-карпун это... Теперь уже АДС-ки можно не использовать, потому что у меня джет-карпуны. Я так думаю. Так, сам клип даже вот хорошо иметь. Да, вот эти АДС-ки потом можно будет фактически продавать. Так, что дальше? Вроде остальное все есть. Да, поехали. Тритон, поехали. В принципе, я думаю, может опасные пушки сделать. Да нет, пока не надо. Так, ты там патрулируешь. Давай здесь посмотри, что здесь. Так, это у нас Shrimp Slide Дрон. Это чё? Ага. Ну, так можно сделать. Сколько у него вообще статы? Он довольно-таки точный, то есть ему можно дать пистолет. А нет, нифига нельзя.
Что тебе можно дать вообще? Аптечку. Короче, тазер тебе. Посмотрим, что получится. Так, ты кто? Андерс, Елкунг. Короче, вот это обычно у меня билд, считай. Так, у меня патроны есть. Ну так, короче, вот так. Обновляем. Это кто у нас был? Скраб, по-моему. Да, первое. А, дальше. Это кто? Короче, так будешь. На тебе сенсорки. Так, это пойдет. Пойдет. Ладно, пофиг, в принципе. Так, вот этого можно дать уже. А хотя не, это у нас сапер. У сапера будет пистолет. Так, кто у нас ты? Так, ты просто такой. Давайте он у нас будет станет, если что. У него тоже есть хорошая. Так, ну эту ссылку... Ладно, фиг с ним, посмотрю эту ссылку сейчас. Что там такого? Ну да, похож на... похож на Морикона. Я согласен. Так. О, аквапластик к нам пришел. Так, ну здесь Overwatch будет, если я что-нибудь сделаю. Так, это у нас датчик движения, я так понял. Который... Понятно. Так, здесь что? Хорошо. Угу. Так, это на меня смотрит. Наверх подниматься нельзя. Так, ну, его лучше... Я даже не знаю. До этого можно гранатами кидать каким-нибудь. Или просто пушки стрельнуть. О, пушка. Я хоть кому-нибудь пушку дал? Нет, не дал. Ну ладно, кто самый быстрый. И давайте дрон назад. Так, ты кто? Какая-то фиговая здесь идея получается. 20. О, хорошо. Пошло. Так, на меня он смотрит. Это тоже на меня смотрит, зараза. Я даже не знаю, как их стрельнуть, чтобы в безопасности остаться. Так, конец хода. Так, вот здесь уже их можно пострелять, я думаю. Да, можно. Так, ты не сенсорщик? Нет, не сенсорщик, хорошо, можно стрелять. В принципе, одно попадание, они дохнут, так что можно даже тут не церемониться сильно. Давай, иди.
вообще изи. Там взрыв-пакет не докинуть. Но стрельнуть все равно можно. Я ж попал. Попал. Ой, а вот только обратно забежать теперь не смогу. Поэтому придется кинуть дым. Ни у кого возведен дым нету, да, ну нафиг. Ждем, пока дым закончится. О, вот это интересно. Так. Блин, его застанет мне желательно. Так, давайте рокировку сделаем небольшую. Я его хочу застанить. Уже не получится. Ну ладно. Просто убьем его. Так, а какого пушка-то? У тебя, ну там патроны закончились. Движение. Вообще желательно подождать, пока дым закончится, потому что дым мешает. Так, кто-то здесь есть. Так, его можно стрельнуть, в принципе. Но не в этом ходу. Где он? Какая вообще мапа? Ага. Они все отсюда просто, если что. Так, вот он там. Не, он там как спрятался неудобно. Без потерь здесь не получится. Но если только ждать долго его. Ну ладно, все выходим. Не знаю, насколько это разумно. Я вам те желательно нормальное оружие. Так, и разведчик. Жалко. А остальные бойцы не нужны.
тут. Лучше всем назад пойти, я так понимаю. Никого не видно. Где они могут быть, а? Наверх. Какая точность вообще? 54. Я не знаю, чем тебе пушку дал, но... Давай-ка назад идешь. Вот эта тварь. Она наверху летает. Вроде попал, но урона все равно сильно нет. О, здорово, Морикон. Кстати, у меня вот Морикон. Да нет, недавно я это. Минут 10 назад на стрим сделал. Короче. Морикон, оказывается, мне вчера задонатил. И у меня что-то оповещение не сработало. В общем, сейчас его включаю. Спасибо тебе. Новых бойцов в кассу. Огромное спасибо. Так. Давай-ка вот так ставим. Нет, здесь слишком фиговый угол. Ладно, просто конец хода нажмем. Так, как его так стоять? А, давайте просто прицельно стрелять. Она меня не видит, ну сквозь дым не видит. Ну, креветка она сквозь... Ну, вот эта креветка, она должна сквозь дым лучше видеть. Но люди, они плохо видят через дым. Креветки еще нормально. Здесь интересно. Ох. Офигеть. Да. Так, блин, здесь, конечно, сложно будет его снайперить. Да, надо было сейчас его целиться. Надо еще кому-то дать эту пушку. Вот тут. Такой сила нормальная. Вот у тебя. Ну, там чисто ситуация от зависит. Сейчас попытаюсь сначала спалить этого. Эту тварь. Потом покажу на практике. Ну вот, видим цель, короче.
Вот легче целиться ту, которая на первом этаже. Хотя тут, конечно, холм мешает. Ну вот, максимальная дистанция, на которой у тебя нету нуля. Ну, по прямой, то как бы она идет навесом, то есть вот так она идет. То есть именно как-то вот найти ту точку, где вот... Вот после которой она будет идти вниз. Да, вот, то есть твой акванат, он будет вот целиться вот в эту точку, и после этого она уже будет идти вниз. То есть, да. То есть ее, допустим, я думаю, надо целиться вот здесь. Ну, это, наверное, слишком высоко, скорее всего, но я не знаю. Но опять же, вот здесь акванат может просто промахнуться. Ну, это слишком далеко. Четвертый этаж у меня, кстати, здесь нету. Вот это проблема. Ну, у меня проблема с меткими людьми, знаешь, они долго не живут. Так, ладно. Полностью все дроны сейчас профукаю. Какими темпами. Да, я видел. Здесь укрытия нету нормального, чтобы подходить к ним. Хотя укрытие, в принципе, от них тоже не спасает. Знаете что, я даже их палить не буду, я просто буду стрелять наугад. Так-то надо... Я что-то не понимаю, как он так стреляет. Ладно. Давайте просто много стрелять. Так, нужны патроны. Сначала стреляем. Ладно. И даже есть вариант еще отсиживаться в корабле, но... Что-то не то это. Где моя креветка? Где моя креветка? Вот. Отрывка назад. Так, кидаем патроны. Ой, нужны дымоухи, если я хочу вот пытаться с ними что-то сделать, с этими врагами. Вот этот чувак с дымоухи. Давайте прицельно стрелять на этот раз. Не надо подальше целиться. Еще максимально далеко. Убил. Ну, чисто наугад, конечно, но убил. Осталась еще одна. Здесь надо будет им кидать, потому что я недостаточно далеко отошел в этой фигне. Так, как тебя же? Эх, почти. Так. Во! Прямое попадание! Можно научиться, в общем, так стрелять. Так, аквапластик очень сильно важно. Так.
Ну, не знаю, насчет, может быть, реально зря, но я пока что ради аквапластика, ну, ради технологии аквапластика только эти трубы пока ценю. А. Кстати, да, мне, в принципе, мне... А, нет, у меня все равно проблемы со складами пока. Ну, через 2 дня она исчезнет, конечно. Так, где может быть ихняя база? Мне вот интересно. Ну да, я все-таки вот беру свои слова назад насчет большого склада, потому что я все равно в итоге построил 4 обычных склада. Ну, так что... Ну да, лучше не париться и сразу построить один большой. В принципе... Можно здесь уничтожить. И построить там большой склад. Ну, не знаю. Так, давайте посмотрим, где может быть ихняя база. Так, красный это South Atlantic. Так, вот это растущая. Медитерен, это Средиземное море. Средиземное море это... Блин, это где-то здесь, наверное, если не ошибаюсь. Ладно, посмотрим. Конечно, денег, конечно, дофига. Так, давайте газовую... Я хочу это сделать так, чтобы я каждому мог дать газовую пушку. Потому что что-то мне не нравится, что у меня только одна газовая пушка на всю команду. Как газ канон. Нужно... Да, давай 12 штук. Так, 30 человек на это. Там хайкспорт. Так, это хайдроджет, мне он не нужен. Так, газ канон. Вот. А, сделаем патронов. Поскольку мы артиллеристы, сделаем 100 патронов. Так, ну и фосфорные. Штуки, ну, 40. Вот здесь 5 человек. Как же так? Что-то ничего не видно. О, да оно! Ха, и на ложка спалена. Так, ну что, тогда Тритон выезжает. Что у нас вообще есть? Такая же команда. Да, поехали. Кто он еще идет в эту сторону? По-моему, она улетает. Ладно. Так, давай-ка Тритона назад, потому что я не знаю, куда я лечу. Честно говоря. Мастер закончился. Так, труп утопленника. Ничего он не дал, конечно же. Так, давайте вот здесь будет 19 человек. Здесь немного больше. Хватит, я думаю. О, пираты. Шалят у нас. Так, Си-мастер, давай сюда. Хотя, в принципе, там как раз и Си-мастера будет достаточно. Если так подумать, по факту. Так, всем дайвинг сют. Си-мастер, вот. У всех все есть, я уверен. Поехали.
Это недалеко кинул. Иголки дайте. У тебя вообще ничего нету. Тебя что? Вот. Идешь наверх. Вообще тут кромешная тьма, ничего не видно. Так, здесь еще нужен свет. Он как бы есть везде, но давайте еще кинем сюда. Это вообще фигово кинул. Так, ну куда еще встать? Только сюда. Все, можно. Так, здесь света нет. А на следующем ходу разберемся. Какого света, блин? Как у тебя? Сюда. Ну, что надо куда-то сюда кинуть. Под лестницу. Ой, фигово ты кидаешь. Я бы это попал. Я понимаю, последний фонарь у тебя. Чего вы так кидаете фигово? Ладно, конец хода, короче. Вот что будет. Паника пошла. Четыре человека сдалось. Нормально. Блин, кстати, на счет, я же предыдущий месяц-то провалил, оказывается. Мне надо посмотреть его. Как вообще у меня все идет. А, ладно. Что у меня по счету хоть? О, черт! Так, надо. Блин, счетом понемногу. Блин, у меня-то.
не так много времени, чтобы все это затащить. Так, исследование завершено. Хорошо, это сколько дало? Что-то мало дало? Блин, надо ситуацию спасать. Надо быстренько исследования изучать всякие. Черт. Блин, еще хуже счет становится. Какого черта? Блин, я походу провалю этот месяц. Так, аквапластик. Во. Что такое пластик и вышли вперед. Давайте трупаки изучать, они хорошо дают бонус. Они навыки далеко, ну, долго не изучаются и дают бонус. Просто падает счет. Охренеть. Походу я этот рай завалил сейчас. Блин. Ну это все, ГГ. Касканан. Ну а что я могу поделать? В смысле? У меня минус 427. Это недостаточно? Окей. Уже на 427 закрывать проект. Этот рай быстро закончился. А, блин, ну ладно. Три месяца минусов было. Понятно. Ты для стейлин френдли. Ну да, это из-за того, что как-то взрыв-пакет профукал. Деньги не были в минусе. Вообще там 3 миллиона было плюс. Ну ладно. Сейчас я перезапущу стрим, будет новый трай. Это займет где-то минуту. Далеко не расходитесь.